Всем привет, меня зовут Костя, я играю за команду KitKat, мой игровой никнейм Mailman. Квалификации проходили неплохо, первый день не удался, но последующие были вполне неплохи. Вплоть до того, что последнюю игру мы даже не играли, потому что у нас было все хорошо по очкам. Атмосфера в команде царит позитивная, просто рофлим, играем свою игру, у нас все получается. На данный момент у нас игра намного лучше, чем была до этого. Капитаном являюсь я, снайпер Young Sunny. Коля Гараж — это моральная поддержка команды, а Сайленс — просто универсальный игрок. Планы готовились просто дома. Мы команда без организации и пока ищем ту, которая нам подойдет. Готовились вместе, смотрели демки, учили, исправляли ошибки. Самые сильные оппоненты для нас на данный момент — это Na'Vi и Team Unique. Для нас это первый лан в принципе, и мы первый раз друг друга вживую видим, так что, я думаю, будет интересно и нам всем понравится.